Вин, обескураженный смертью брата, оказывается окруженный толпами нечисти силы. Она становится беспощадным, бесчувственным уничтожителем. В конце концов, она опять оказывается в полной одиночестве. Это была глава 6. Я вас всех приветствую. С вами Энгри. Надеюсь, ваша душа найдет теплое место для игры Soul of Samurai. Ну а вообще? Внимание, данное видео может быть задержано лексика, а также жопная боль всех солнцы. Спасибо за внимание, отключаюсь. Так. Лин. Котаро? Ты слышал о жуках? Это паразиты, которые превращают людей в монстров. Они заразили все владения. Жуки лишили меня дорогого человека. Это все, что от него осталось. Так у тебя был любимый? Лин, ты видела то, что делает Тожо? Расскажи мне. Нет, все кончено. Мне незачем продолжать борьбу. Лин, перестань! Перестань рыдать, ты ведь себя как? Отпусти меня, я-я-я-я! Я знаю, не ребенок! Они потопили грузовой корабль Сёгуна и украли золото. Так они используют деньги, не подготовку к войне. Имея жуков, все, что нужно... Трупы, чтобы собрать армию. Из трупов. Из них. Лин. Да. Я понимаю, ты разбита потерей близкого человека. Но мы единственные, кто может сражаться. Ты же можешь за это взяться, так? Ведь. Нет, я еще ребенок. Уверена? Наша цель — Гендо Тошо в замке. Туда и направимся. Катара, заходи изнутри, я зайду снаружи. Хорошо, береги себя. Слушай. Это был мой брат. Тот, кто умер, был моим старшим братом. Ох, мне очень жаль. Встретимся в замке. Шин, защити нас. Так, он должен зайти изнутри. Звучит, кстати, немного странно. Потому что он должен быть внутри, чтобы зайти изнутри. Боже. Боже мой. Я же знаю, что нас ждет. Нас ждут монстры. А на самом деле он заходил в его прохождение, Катар заходил. О! Господи! Понял. Я дебил. Здорово, красная башка. Вашу мать. Я даже не туда пошел. Мне еще лицо должны тут сломать. А пошел хер знает куда. Ой, бля. Так, что-то с жуками было как-то нормально даже. Нет, вот голова, голова это очень плохо. Голова это сразу голова. Да, и они меня сейчас просто вдвоем зажмут. Я же сказал. Это уже, уже все, можно начинать заново. Голова и жук оказываются очень проблемными врагами.
И мы возвращаемся в онлайн-трансляцию. Так. Ну это... Это хотя бы другой. Это хотя бы не головотыкатель. Так, разобрались. Так, допустим, допустим. Что нас тут ждет? Головотыкатель. Отлично, ну ладно. Придется оставить этот урон. Зависло, конечно, прикольно. Собака чертова. А что, ты срёшь? Ну? Ну же. Фуф, справились. Так. Ну это вроде не самое опасное, хотя как обычно, когда вот так вот говоришь. На проверку оказывается очень хреново. Хватит тыкать! Тыкатель. Родился тут, блин. Так. Может там будет сохранение? Как это нет? Ёб вашу мать! Это ж логичное место для грёбаного сохранения. Ой, бля. А можно не надо? Я вообще первый раз их вижу в своей жизни. Логично, что с ними нужно как-то вот так вот драться, да, я как бы... Окей. Они очень странные, но вроде не очень опасные. Ну давай. Давай. Давай, щенок. Навостри копье свое гребаное. А тебе не... Не в колорадского жука тыкать. Тут девочка-ниндзя. Ни хрена, я понял. Они, короче, крайне живучие. А можно сохранение, твари? Кстати, у этого что-то вроде бы есть. Это плохая текстура, понял, да. Только не говорите мне... Если вы умеете говорить, не говорите мне просто ничего. О, да. Великолепно. Ну давай. Говно. А лучше ничего не давай. Дайте просто так стоять. Мне нравится. Братья-акробаты. Суперски. Ладно, просрём здоровье. Этого дико делать нельзя. Это уродская игра, в которой просто нельзя хп просирать. Ну, придется, походу, делать. Просто место само по себе дебильное. А, ведь он тоже умеет уворачиваться. Жесть! Ну, атакуй! Нет, тебе похуй. Давай постоим. Это все пошло в жопу. Нельзя целую полоску просирать на этих уёбках.
начинаем заново. А знали бы, как я кричал тут? Между паузами. Ну, мы соседи охуели. Я вот да. Так, что мы имеем? Давайте попробуем. Новый трай с новыми надеждами на что-либо. Пиздец. Вот тебе и новый трай. А надо ли уже его траить? Скорее всего, нет. Нет, это уже 100% будет завалено. Ладно, если еще один урон получаем, то уже точно не буду. Ой, бля. Сильно устал. От игры. О, старый добрый мент. Уже банальные ошибки идут. Даже смысл играть. Достаточно весело этот кэш подзавис. Я совершенно никогда не понимал, как это вообще работает все. А, все понял. Куда ты, тварь? Куда ты собрался? А, прыгнуть. В этом тоже, видимо, есть логика. Охренеть их тут. Убил, потому что они пропали. Чё, по хилкам? Ну, хилок надавали, типа, окей. Посмотрим, что будет, наверное. Босс и некая хреновина зеленая. Вообще первый раз, что вижу это. Как с этим бороться, непонятно пока что. Как бороться с синюшным-то, это еще ладно. Шурикен, точнее кунай, на минус хп, точнее игра. У-у-у. Да, максимально уродский, конечно. Я, блин, с этой игры в шоке. Настолько уродские создать.
Ну это дерьмо ж полное. Даже вы должны это отлично понимать. То, что не хил, это мусор. Мне дали вот эти вот турикены говняные, да? Понял вас. Эти в одиночку, конечно, вообще что есть они, что их нет. Лекарство. Только не говорите, что это от отравления. Скорее всего, да. Вот это все кровотечение. Слушайте, можно второе сохранение сделать? На всякий пожарный. Потому что мне кажется, все то, что я сейчас прошел, максимально было бесполезно. Слишком много хп потеряно. Эта игра не прощает вообще ничего. Она этой игрой даже не хочет быть, и поэтому не прощает то, что вы ее запускаете. Потому что она не является игрой, она является. Алмаз, алмаз, метакс. Я ждал тебя, пес Сюгната. Твое время вышло, Генгудержу. Заткни глотку, грязный шпион. Шпионство здесь ни при чем. Я пришел отомстить своего брата. Брата, его сильная воля не дала контролировать его. Но тем не менее он оказался нам полезен. Перестань, не намерена слушать оскорбления воды с брата. Не желаешь обрести силу, силы, которая дремлет внутри тебя. Я хочу это, я хочу все. А это он говорит. Все, скоро все это будет моим. Я сделаю все, чтобы тебе ничего не досталось. Отпраздную осуществление моей мечты твоей кровью. Пырь гребаный. А что происходит? Можно тебе выдать вот этого говна? Здорово. Ну, в каком-то плане, конечно, честность есть, то, что он может хилиться, я ж тоже могу. Так, сейчас он подымется и захилится. Как он меня достал, блин, я в гребаном блоке стоял. Суть на самом деле, что забавно, выяснил, он самый вроде слабый босс всех. Так, ладно. Надену наушники.
чтобы слушать эту великую музыку. Не ожидал. Просто у самурая это нужно было еще все поместье пройти, чтобы добраться до Тоджо. Я-то не думал, что вот эта вот крыша, она настолько упырская, потому что, считай, босс вот он в двух шагах. О, музыка. Так, меня же захилят, насколько я понимаю, да? Кунай нужно приберечь, когда он будет отхиливаться, пытаться в него кидать их. Кажется, это хороший момент. Ай, что ты? Почему ты отвернулась? Не-не-не-не, тупая! Ах, овца! Меня, конечно, очень радует момент. Да, хотя... Не похоже, что кунаи мне сильно помогут. Что ты делаешь? Ты же им будешь, урод! А мы не хотим, чтобы ты им бавал твоей модной салатовой. Знаешь, это рубашка, ночнушка. Так, посмотрим, что будет дальше. Кто-то у меня терзает сам... Серьезно. Получилось, Катара, кошмар закончился. Ты тоже считаешь, что кошмаром? И я? Господи, да мы родные души, ё-моё. Как раз классная женщина. Катара, может быть, слишком просто? Вот этого я, блядь, и боялся. Шума. Я хилок просрал даже на этом простом. Серьезно, это окончание за обоих? Типа босс должен эволюционировать и конец игры. Тут либо, блин, есть какая-то типа условно скрытая концовка, которая ни хрена не скрытая, либо я чего-то в этой игре, конечно, не понимаю. Так, ну что ж, друзья, я так понял, что что-то пошло не так, и я, типа, с двух прохождений не вышел на некую секретную эту концовку, поэтому нашел ее на Ютубе, просто давайте ее посмотрим. Там тот же, как и должно, эволюционирует в монстра, и мы с ним деремся. Тут секретные еще костюмы в игре есть, в принципе, не сильно удивляет. Я, честно, не сильно понимаю, по какой логике я должен был, ну,
Возможно... Так. Возможно, не знаю, я должен был пройти сперва за Лина, потом за самурая. Я так понимаю, Ода Нобунага появляется в итоге. Угу. Разумеется, он стоит за этим планом. Я так думаю, что битвы с ним точно уже не будет. Скорее всего, его типа для второй части хотели оставить. Да, тот же был его игрушкой. Он говорит, пока я жив, мой план не так-то и легко разрушить. Но что вы натворили? Ну да, он как зомбарь какой-то. Возможно, действительно, какое-то, знаете, секретное, скрытое... Не знаю, максимально странно сделано, что после того, как тот же должен мутировать, игра оканчивается. Может, его нужно убить, не потратив ни одной, не знаю, здоровья ни одного. Выглядит максимально, конечно, странно. Ну, я типа готовиться к бою, но я, блин, не верю, что здесь соды, типа, еще драка будет. Походу, да. Или что? Охренеть. Да, еще и соды, значит, драка будет. Жесть. Я тоже совершенно не понимаю, как до них дойти, до этих драк. За кого будете драться? Окей. Так, понимаем, за секунду, что ли, его побеждает. Понимаю, на этом вроде все, да? А, нет, за каждого персонажа своя концовка.
Так, ну что ж, друзья, в общем-то, полагаю, на это все. Так, блин, ебаный. Слышу громкие титры. Может быть, когда-нибудь я все-таки, конечно, попробую. Хотя давайте я прямо сейчас и попробую выяснить, можно ли как-то узнать, как концовка-то здесь делается. Что ж, друзья, посмотрел я, где там и как нужно добиться. В общем, как я понял, нужно было пройти за Лин именно первой. Только после этого, да, вот выбрать вот таким образом Ронина Катару Хиба и пройти за него. И нам была бы доступна концовка, как я понимаю. Хотя, скорее всего, мне кажется, это должно было бы работать и за Лин. Так, друзья, я еще раз вернулся. Спешные возвращения. В общем, да, мне должны были на самом деле открыть финал босса из-за Лин, но почему-то он не сделал. Почему, не знаю, но вот так вот. Ну, такая, в общем-то, да, игра. Ну что ж, когда-нибудь, может быть, мы попробуем перепройти, хотя это, боже мой, безумие какое-то. В принципе, сохранение у меня, думаю, останется. Поэтому. Я прошел за Лин, значит, мне нужно опять будет за Катара проходить. Жесть, за него намного сложнее, даже геморройнее куда уровни. О, да. Что, спасибо всем, спасибо тому, кто заказал игру на прохождение. Очень большое. Огроменное просто даже спасибо, наверное. В общем, друзья, что впереди нас ждут еще другие игры. Надеюсь, они будут хорошие, интересные. Мы с вами обязательно их сыграем. На этом всем спасибо и пока-пока.